хирург полевой. Ага. В основном, я вашим свиньям ноги отрезаю и руки. Сразу все, крыша отлетела. Да, она слишком много весит. Сотным зданием по этим. Как начинаешь приближаться, они понимают, что оборона у них проседает. Они на отходе максимально сдерживают, а огонь ведут для того, чтобы сдержать группы, чтобы отойти. При отходе они просто складывают многоэтажные здания. Вот у нас такие случаи были, как девятиэтажку сложили. Плюс большой комплекс, мы его окружили, уже собирались заходить. Они просто уронили. Это крупный завод, давних времен построек, очень крепкие, думали, тяжело будет. Не, они его просто сложили и отошли. Отошли на, как сказать, более меньшие застройки, чтобы как бы уменьшить личный состав для обороны. И также откатываются потихоньку. И еще плюсом, они поджигают здание, чтобы трудность зачистки была. При отходе они вот были моменты, когда в здание заходили, успевали их выбить. Там находилось много соломы, резины. То есть одно здание не успели зажечь, то есть трудность создала нам, во-первых, передвижение в наблюдении, а во-вторых, то есть здание сгорело, а в другое здание зашли, это все, они не успели, отошли. Всех передохнем. Контроль. Да. Бля, кровь. Он дальше стреляет. Готов? Тихо, прикрывай. Смотри. Давай, задели на солнце. Какой траншей? Куда я закинул? Стой! Блять, стреляйте, свиньи. Последний. Тихо, я бы гранаты. Выходи, пидор, не бой! Руки подняв, сука! Еще гранаты закидываются.
Еще гранат туда. Есть, пидор! Вылазь, пидор! Пидорасы, вылазьте нахуй, руки подняли! Вы окружены, пидоры! Руки подняли, кто жить хочет, сука!